Итак, соя, сорт Prudence, различные нормы высева, ну и способы, конечно, посева. Здесь у нас, если говорить о норме, это 200 тысяч, о способе междурядия 25 сантиметров. То есть здесь я попытался, если сравнивать с прошлым годом, рядочек собрать, чтобы посев был более равномерным. Это, во всяком случае, в этом году удалось. Сейчас у нас соя продолжает цвести, нижний ярус отцвел, средний отцветает, верхний цветет. Во всяком случае, соя пока еще, ну, высота до 50 сантиметров, развивается, не страдает. Во всяком случае, по листу я не вижу проблем. Болезни тоже также нет, ничем не работали. Так, 200 тысяч. 200 тысяч, получается, в пределах 36 килограмм. 300 тысяч. 44. 44, нет, 50, 54. 400 тысяч, это 72 килограмма где-то. 72. Ну, и этот участок уже 500. 500 тысяч, рядочки сформированы. Они, кстати, вот просматриваются, что они идут, потому что макушки вот как раз растений, они видны с таким вот междурядьем. Но соя в целом закрывает все в этой фазе. Уже как бы может конкурировать с сорняками. Хотя сорняки кое-какие присутствуют, конечно. Так что такой вот обзор сои с различными нормами. Soy Prudence с различными нормами, с междурядьем 25 сантиметров.